Привет, дружок. Дружок. Дружок, пирожок. Привет. Дай 5. Нет. 5 не хочет давать. Мой малыш к тебе пришел. Пирожок, пирожок. Ой, какой маленький. Он ему пол бананчика. На, Ника. Ай! Дай ему. Ой. Кинь быстрее. На, мой маленький. Мамку зовет. Надо было тому дать тоже. Дружок-пирожок. Да, видел его, смотри, хочу. Ну да, он прям кричит. А тут смотри. А смотри, нам на мотоцикл залез. Ой, мамочка, я его разозлила. Да, нельзя держать в руках. Всем привет. Мы находимся в парке обезьян. Здесь обезьянки, но мы, если честно, их боимся. Да, они потому что наглеют. Всем привет! Малевки. Дружок-пирожок. Это дружок, а это пирожок, да? Да. Смотри, что делает. Ой! Смотри, что делает, хулиганит. Ой. А мамка злится. А тот хулиганит. Эй, а где ты там хулиган? Смотрите, это зеркало, смотри. Малыш, знаешь, даже хулиганит, как малыш. Ну, все, мы не трогаем его. Вон он, отойди, Поля, отойди. Мамка что-то это, ругается. Чтоб мы к нему не подходили близко. Вон, смотри, с зеркалом играется. Илю, Девочка, наверное, это, да? А? Наверное, это девочка. Ну, может быть. То, что в зеркало смотрится? Да. Ну, да, наверное. Мы, наверное... С этой обезьянкой и уедем. Угу. Мамка не отдаст. А как? Ой! Ну лучше не подходи. Подальше отойди. Мать смотрит, что он приближается к нам, она беспокоится. А он, смотри, с зеркалом играется. Смакует, смотри, кушает так потихонечку. Мне нравятся обезьянки. Они такие милашки. Хулиганы. Попробуем вот так вот протянуть, дай. Ну, на ладошке попробуем. Вот и господи, ты аккуратненько так взял. Вот так вот. Ну-ка, давай. Ну-ка, дай я попробую хоть дать. You guys want some bananas? Oh, thank you. Это что, наши? Не надо так, Ника, так дразнить. Что, нас угостили бананами, да, Катя? Mm-hmm. Ой, господи. Не, все сразу не дам. На. Что, обиделся, что ли? Иди сюда. Ну, они так аккуратно берут, вон малыш. На. Малыш. Ты мой маленький, такой хорошенький. Смотри, берет, смотри, Полина, маленький. А вот этот хорошо берет, да? Да, да, хорошо. Ну, слушай, а у них как несколько... Тут, походу, мама, папа. И они это... Да нет. Не дружат. Орешку? Мама, да. Малыш, орешку будешь? Малыш, ты смотри, да, сзади не подходи. Может напугаться. Ника, Ника, вон, смотри. Идет. Подай. Вот, видишь, как он аккуратно берет. Ты хочешь это тоже заполучить? На. А где? Вы не подскажете, где вы покупали? В городе. Но. У них тут, походу, семейство, вот это через эту дорогу одно семейство, через ту дорогу другое семейство, потому что они да друг друга гоняют. Много, ой, там их вообще так много, ужас. Ну. О, там такой здоровый вообще он там ходит. Да, там вон вообще большой. Вот, смотри,
смотри кверху. Ну тут как-то небезопасно так вот находиться, да? Ну да. Особенно с детьми, да? Ну я думаю, если ты сидишь просто там что-нибудь, они и будут к тебе подходить. Нам просто сказали, если цапнут эти животные, то сразу же там много уколов надо будет ставить. Ну да. Потому что это нечистое. Это собака. Да, нечистое животное. Мама, а может пойдем возьмем еще бананы? Дети в касках ходят. Так безопаснее, да? Да. Ага. Да ладно, ты не комплексуй, я тебя просто поснимаю. Кушай. Ну, мама, что это их, его друзья, да? Камеру надо держать. Ну да, камеру может схватить тоже и это... Потом что ты будешь? Вот, смотри, с малышом. Ой, смотри, как миленько сидят, парочка такая. Мама с малышом. Любит маму, она уходит. Вот они прямо ходят вместе. А он пакет ковыряет, смотри, с бананами. А, достать хочет? Но. Вы оставили там бананы? Ну мы да, закрыли. У нас там чуть-чуть еще осталось, мы хотим попозже. Ой, пойдем. Господи, я напугалась, она меня за руку взяла, а я аж дрогнула. Слушай, я так боюсь здесь вообще. Боязно, да? Да. Ну там их прямо очень много. Покажем, что нельзя кормить, а мы нормально кормим. Так, дружок, пирожок. Привет, дружок, пирожок. Хатшима. Что такое? Нету у нас больше ничего. Все. Ой, тихо, отойди. Отойди. Что-то испугался. Ты видела, да? Чего он так на тебя подпрыгнул? Что бананы они неохотно кушают как-то. А вот арахис прям с удовольствием. Прям едой на них кидается. Титьку сосет? Да. Смотри, я сфоткала. Ути малыш какой. О, прикольно. Малышек можете? А тот тоже титю сосет. Не, смотри. Я не буду трогать. Ты видела, она как приобняла? Да. Она увидела, то, что я это. Прямо это защищает. Все. А тот, смотри, титю сосет. Ой, как мило. Ну, не буду трогать. Так только засниму. Ой, угу. Там тоже. Бог, тошку нарежь, Эй, сейчас оторвет тебе, смотри. Рвет не надо, Катя, аккуратно. Ай, все, вставай. Хулиган какой. Хулиган. А что твоя? А он Сережку увидел? Ну, конечно. Понравилось. Понравилось. Как сорока, да? Все блестящее берет. Слушай, на камеру он хорошо потянул. Нихрена ты селфи сделала. Я успеваю фотать. Смотри. Ну все, девчат, довольны? Понравилось вам? Понравилось, нет? А что, бананы мы все скормили? Да, бананы все скормили. Давайте, пойдемте. Обезьянкам машите, пока. Тихо, Катя, смотри. Ну, Катя, не надо. Не надо. Я хотела, чтобы она наоборот на меня заскочила, и я сам. Ну, она вот такая серьезная такая, с намерениями. Ты думаешь? Хотела залезть, да конечно. Нет, она просто любопытствует. Ну, она тебе уши-то и вырвет твои сережки. Массаж. Тайский массаж. Мы маленечко прервали их процесс. Вот так у тебя за волосы. Ой, ты прям фотаешься на фоне, как он это делает. Засранец. Засранец, ну. Поднимаемся на гору. Нам сказали, что здесь еще более дикие обезьяны.
то, что мы обезьянок кормили бананами. И они так аккуратненько брали, да, еду? Угу. Котик, ты что-нибудь хочешь рассказать? Мне понравилось, как я кормила обезьянок. Ну да, собственно, больше ничего не происходило. Да, мне еще понравилось, как они просили орешки. А. Ну да, так аккуратненько. Даже поссорились. Нам место это очень понравилось. Действительно, обезьянки милые. Ну, конечно, с ними надо быть очень осторожными. Где-то мы боялись прямо очень-очень сильно. В общем, место понравилось. Рекомендуем обязательно посетить это место, если будете на Пхукете. Ну, это одно из тех мест, которые мы рекомендуем посетить. Да, и рекомендуем взять с собой еду. Они любят бананы и орешки. Бананы и арахис, да. Арахис прямо тайцы. Я смотрю, приезжают целенаправленно покормить арахис. Да, возьмите с собой обязательно, потому что здесь мы поднимались, здесь нету. Здесь вот какая-то лавочка есть, здесь можно воды купить. Мы вот воду здесь купили. Возможно, здесь какие-нибудь угощения продаются, но это все дорого, видимо, будет стоить. И возьмите прям большой мешок. Банан. Да, да. Потому что и много арахисов. Да, короче, клево. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Любите ли вы обезьян? И всем пока. Пока, обезьянки. Пока. То есть даже наверх подниматься не надо. Вот эта площадка. Нам больше всего понравилось. Да, здесь и в тени, и обезьянок очень много. Пока. Пока, мартышки! Пока.